Hi everyone, we're in America. I really love this. This is pretty amazing. This is so cool. I love America. Где мы? Я в Ульяновске. Я приехал на фестиваль, несмотря ни на что. Вы узнаете из газеты новостей, что было. Образовательный контент, Карл, для нашего влога. Чем отличается троян от вируса? Отличие трояна от вирусов и червей. Троян – это ПО, то есть человек ставит его сам на компьютер и распаковывает .exe-файл. Черви и вирусы распространяются самопроизвольно, без участия человека. Дим, как распространяются черви? По-моему, есть сырое мясо. Если, например, оно находится как раз таки в животном, то оно может передаться тебе. Я могу пересесть, я из биологии. Ланцетники. Чтобы у вас не было червей в организме, нужно обязательно дезинфицировать руки спреем от Флюсвилла, содержание спирта 65%, с маслом чайного дерева. Продемонстрируй. Как пахнет? О, это вкусно пахнет ручка. Так бы целовал. Мне нужны люди на площадке. У нас, по сути, нет системного инженера. Я трубочку передам, сейчас пообщайся, пожалуйста. Опять у нас. У нас саундчек начался в 14 часов, сцена еще не готова. Порталы висят непонятно как, углы не сделаны. Вот сейчас. Приезжайте, будем переделывать. Ваш комментарий? Ну, все прекрасно. В общем, после саундчека выяснилось, что по технике безопасности сцена непригодна для нахождения там и для выступления. Потому что вот можно здесь будет сделать картинку с фотографией места, где... Которая вызывала вопросы. Ты сцена, на обложку, да? Я отправил эту фотку Андрею, и он мне следом пишет, что я очень беспокоюсь за это. И вот мы начали раскручивать эту тему. Ну, типа, сказали бы, сцена, там, неполадки со сценой, и поэтому их надо устранить. Ну, блин, это же такой, это дезморал перед выходом на сцену, типа, ты можешь дезморал, стоять. Дезморал, знаешь, когда ты говоришь, у нас задерживается, почему? Такие раз, и убегают. Это люди дезморал. Окей. Будем говорить правду в следующий раз. Да, 100%. Ярик, на пивчик есть? Да. Что случилось? Что мы с Максом оказались невероятно жестокими преступниками. Мы пронесли пиво на общественное место. Так. И более того, выпили его прямо перед глазами сотрудника полиции. Короче, осадков завтра не ожидается. Но Серега любит кастовать погоду, он кастует завтра, как и на самом Русалу. Слушайте, в Конгрессе граждан заявил, что на хранении в федеральном правительстве есть объекты внеземного происхождения и останки неких нечеловеческих форм жизни, а в Пентагоне существует многолетняя программа по сбору и реконструкции таких объектов. Граж при этом отметил, что сам он лично ни НЛО, ни останков пришельцев не видел. Понимаете, о чем тут речь? Сегодня с нами Аня. That's a how! Мы приехали в Grand Hotel Europe в Санкт-Петербург, который по-китайски называется Шангби-Дбао. 6-10 часов вечера. Нас еще не кормили, но мы с Карлушей уже выпили винца, поэтому... Рум-тур по номеру нашего турменеджера Ярослава. Одна кинг-сайз кровать, кинг-сайз кресло и подарки.
Что вам подарили, Ярослав? Подарили футболочку. Антон, тут рядом. О, вау. Это шопер? О, круто. Все состоит из магмы. Магии! Из магии кирпичей. О, тигр. Ну, как подарки? Я тебе расскажу, что там в подарках. Значит, у нас два подарка. Один Сережа, один мне. В Сережином подарке носки с тигром, в моем с курицей. Поджопник. Когда я жму куда-нибудь играю, он меня вибрирует, за счет этого это больше давление, ощущение приятно. Это проще, конечно, как-то почувствовать, тяжело объяснить. Очень приятно, я бы сказала, расслабляет. Что? Тот самый блок? Что за popular band? Мака Джепс. Мака Джепс. Чтобы мурашки и чтобы мысли, да чтобы честно слова не тянки. Мурашка тает. Hi everyone, we're in St. Petersburg, Sivkabel Port, and there's a festival going on which is for charity and it's pretty incredible. I'm so glad to be here together with Sirotkin Band, which I'm very excited about because I'm married to one of the leading musicians from that band. Мы приехали в Петербург на фестиваль Антон тут рядом. А кто такой Антон? Антон? Это собирательный образ или это реальный персонаж, кстати? Это реальный персонаж. Расскажи, что ты об этом знаешь. Антон – это друг основательницы фонда «Антон тут рядом». Это герой очень крутого фильма, который называется «Антон тут рядом». Был снят в 2012 году, и потом вся эта история про инклюзию переросла в большой фестиваль, и мы часть этого большого фестиваля. Ну что, пойдем лучше путешествовать куда-нибудь? Лучше пойдем путешествовать и вернемся домой. Вот и пошли путешествовать, 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 путешествовать. Корова и королева в далекие края путешествовать. Шли они пешком с раннего утра до самого вечера по полям, по лесным паркам. Замок и коровник закрыли. Вот они идут путешествовать и с тех пор путешествуют в поле, в лесном парке. Полдня уже прошло, а вечером вернутся домой, домой вернутся. Дошли они до далекого края, уже стало ближе к вечеру. Нам пора, мы уже устали, мы будем ночку ночевать, а замок и коровник далеко отсюда. И вот корова и королева пошли обратно во дворцовый замок. Пошли обратно, пошли обратно, пошли обратно во дворцовый замок. Далеко им идти домой. Идут они по полям, по лесным паркам. Успеют они вечером прийти домой, уже вечер. До ночи пока далеко. Вот они идут, 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 идут. Yeah.
кончилась сказка. Королева и корова. Вот сказки. Зачем нужны дети? Браво! Дети нужны, чтобы учились в школе, в детском садике, делали уроки, домашние задания. Дети играют во дворе и живут с родителями. Дети очень нужны для мира.